дорогие друзья! В 1999 году на конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 21 марта отмечать Всемирный день поэзии. Поэзия, говорится в решении ЮНЕСКО, может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека. Но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание. Для того, чтобы следовать наказу учредителей праздника, мы решили провести поэтический слэм «Стихия». И, собственно, проводим его в День поэзии. А сегодня на наших глазах развернутся настоящие баталии. Поэты сойдутся в схватке, их оружием станут слова и рифмы. А жюри будет оценивать не только содержание стихотворений, но и подачу материала. Перед тем, как приступить к творческим состязаниям, я хочу пригласить на сцену гостью, мастерству декламации которой может позавидовать даже самый опытный актер. Встречайте, София Чернышева! Был тогда убит. Что? Пистолет? Страшна рука дрожащая, тот пистолет рассеянно держащая. Особенно тогда она страшна, когда 100 раз пред тем была нежна. Но. Слава Богу, снова паутинки, и бабье лето тянется на юг. И маленькие грустные грузинки полжизни из улыбки отдают. Но суждены нам новые порывы, они искликают нас на перебой. Мой дорогой, пока с тобой мы живы, все будет хорошо у нас с тобой.